моряков всегда ждут на берегу. Судно «Профессор Зубов» доставило в Ленинградский порт полярников арктических станций, снятых с дизель-электрохода «Обь», попавшего в ледяной плен у берегов шестого континента. Директор Арктического и Антарктического института, герой социалистического труда Трёшников и капитан научно-исследовательского судна Андржиевский поблагодарили за теплую встречу и рассказали о трудностях плавания. В кают-компании судна состоялась пресс-конференция для ленинградских журналистов. Участники экспедиции рассказали о суровых условиях ледяного плена, о том, как полярники во время трехмесячного дрейфа не только сумели сохранить хладнокровие и выдержку, но и использовать вынужденный дрейф для ценных научных исследований.